Ребята, всем привет! Это вторая часть выживания в Майнкрафте. С вами я, Undis Game. Когда у меня почти год. Как вы поняли, со мной Веля Имба опять. Да, я сразу записываю вторую часть, чтобы... Ну, так. Но выйдет она позже первой части. Может, на один день. Смотри, а может, сразу. Смотри, как я выгляжу. В железных, в кожаных. А у меня есть кожаных. Только в кожаных штанах, да в железных сапогах. Я в них хожу. Только что надел. Это надо убрать. Это надо убрать. И добывать все. Надо своровать у компота все. Так, ребята, быстренько вот так вот ломаем. Супер. Супер. Сломали. Пол картошки, блин, оставил. Пол картошки. Морковочка. Тут морковочка. Тут. Вот это? Картошечка. Тут. Пшеница. Ребята, давайте тут сделаем рядом шахту. Там... А я пойду скоро в шахту. А я буду делать шахту. Я пойду со слитком золота в шахту. А я возьму с собой карташка. Карташка. Эмиль... Ой, ребят, он берет с собой карташку. Веля Имба с собой берет карташку. Вот его секрет, ребят. Да-да. А я пошел у жителей спать. Смотри. А я уже пошел. Жители, это моя кровать сейчас будет, если она тут хоть есть. Нету. Дайте мне кровать. Или убью, я да? Я хочу кровать. Или убьешь, да? Могу убить. У меня уже 100 картошки. 100 картошек? У тебя 100 картошек? У меня 100 картошек. 100. Понимаю, жители щедрые. Опять уголь? Да. Ну, уголь никому не подушает, да, ребята? Так, надо приготовить. Надо приготовить битву с зомбами. С зомбомами. С мамой? Не шутите. Не шутите, ребята, про мам. А не все. Шахта. Ребята, пока вас не было, я тут домик отстроил. Вот такой вот небольшой. Ребят. Короче, ребят, это была вторая часть. Мне лень записывать дальше. Ну как лень? Не лень, но просто не хочу уже играть в Майнкрафт. Всем пока-пока. Undis Gamer, Undis Gamer, Undis Gamer, yes.